Привет, привет! Привет, привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска. Да. Я сегодня, и мы сегодня будем разукрашивать тарелку. Ку-пук. Мы сегодня с Алисой будем разукрашивать Таю. Вот такую тарелку. Да. С виноградиком. Мы, правда, Ку-пук. Заказывали с киской, только с шариком, а нам пришло Ку-пук. С виноградиком. Ку-ку-ку-ку. Ну, с виноградиком Ку-пук. Разукрасим, да? Ку-пук. Да. Ну, мне пиво птичкой. Его лайца, а с бабочкой не лайца больше. С бабочкой больше? Да. И не с киской. Не лайца с тем и с тем. Не лайца все колчилки. Доставай, что там внутри. Не лайца все колчилки. Что это? Тарелку что ли? О, так ее еще делать надо. Что-то я не прочитала. Оказывается, тут еще сначала ее сделать надо, это гипс. А это краски. Это краски будем разукрашивать. А формочка? Формочка. А почему их две? Это просто... Это прижимать, наверное, ее надо. Прижимать это. Вот виноградик на одной формочке. Алкоголь. Виноградик сверху у нас будет. И вот еще есть подставочка. Куда тарелочку ставить на подставочку? Да. Вот эта подставочка. Инструкция. Потому что водовая густая против пьявоса. Воду. Конечно, вот сюда, видишь, наливает водичку. Ну давай делать тарелку уже скорее. Две части гипса и две части воды. Берем форму, смотри, ставим на ровную поверхность с виноградиком. Я буду наливать. Будешь наливать? Ты скажешь, сколько хватит. Аккуратно заливайте раствор в пластиковую форму. Заливаем. Что? Он мама и папа. Смотри, какой прикольный получается. Что, давай пузимать. Даже осталось чуть-чуть. Давай пузимать. А дальше накрываем форму без рисунка формочкой. О, вот это. Ладно, вот это. Так стоит и так. Да, и надо, чтобы под формой не осталось пространства. Вот так вот. Я сама. Давай аккуратненько и прижимай. Вот такое у нас получилось. Теперь надо примерно через час аккуратно вытащить тарелку из формы через час. Вот такая получилась тарелочка. С этой стороны. Вот так вот, а с этой гладенькая. С рисуночком, виноградиком. Такую будем разукрашивать. А потом мы ее подставим на подставочку. И будет у нас для красоты стоять. Оно вот так будет стоять. Оно похоже. А здесь я блинчик. На блинчик похож. И одиночка. Ну что, приступим к разукрашиванию? И одиночка. Да, понятно. Все слышали. Кисточка. Смотри, как на картиночке. Давай так же разукрасим. А вдруг я не смогу. Аккуратненько. Бери фиолетовый цвет. Там нету фиолетового. Ну вот такой бери. Вот он. Да, и аккуратненько кругляшки разукрашивай. Thank you.
Ну что, можно сказать, готово? Да. Такое художество у нас получилось. Да, как художники. И художники. До художников нам далеко, дочь. И художники. Вот такое получилось чудо-юдо. Тарелка. Да. Покажите. Чудесная. Покажите. Да. Ставим на подставочку? Да. И вот так для красоты оно у нас будет где-нибудь стоять. Да. Лаком еще покроем, чтобы оно ярче, поярче да. было. Да. Очень даже миленько получилось. Да. Видите? Да. Вот такую интересную поделку мы показали. Да. Сделали сначала тарелочку, потом ее разукрасили. Да. Подпишите шоколад, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.